Сегодня христиане всего мира отмечают светлый праздник Пасха. Это не только праздник христиан. Я считаю, это праздник всех религий, исповедующих единобожие. Иисус Христос, Он не только пророк христиан, но и пророк мусульман. По мусульманскому Иса. Поэтому я поздравляю наших братьев-христиан с воскрешением Христа, нашего общего пророка. Пользуясь этим случаем, я хотел бы поздравить наших братьев-христиан небольшим стихом. Со светлой Пасхой поздравляю, благополучия вам желаю. И пусть на душе будет тепло, а в доме живут счастье и добро. Желаю процветания и мира, беда, чтоб стороной обходила. И были рядом, чтоб всегда, добрые, надежные и верные друзья. С праздником вас всех, светлой Пасхой. Иисус Христос воскрес, воистину воскрес.